Здравствуйте, москвичи и гости столицы Великой России! Сәлем, туғандашлар! Сәлем, бәскәулілер! Хабантуй байрамығын, мүбәрәк бұғын, құрметлі қонақтар, қадірлі достар! Друзья, всем желаем хорошего настроения! С праздником, друзья! Внимание! Звучит гимн Сабантуя! Thank you.
Я очень горд тем, что я могу сейчас назвать имя настоящего россиянина, настоящего татарина, настоящего руководителя, который подарил, дневал и ночевал и построил одну из самых великолепных мечетей в Европе. Марат Шакирзянович! Не слышу! Уснули! Всем эскадрилье Дуслан, Туганлар, Кунаклар, разрешите мне от имени мэра Москвы зачитать приветствие организаторам, участникам и гостям общегородского праздника Сабантуй. Дорогие друзья, сердечно приветствую вас на празднике Сабантуй 2017. Этот замечательный старинный праздник вобрал в себя традиции и обычаи татарского и башкирского народов, символизируя окончание весенних полевых работ. В Москве Сабантуй с каждым годом набирает все большую популярность, притягиваясь зажигательными песнями и танцами, увлекательными спортивными играми, уникальными изделиями мастеров народных художественных промыслов и, конечно же, вкусными национальными блюдами. Сабантуй имеет множество достоинств, главное из которых – атмосфера добра и дружбы. Сегодняшний праздник в музее-заповеднике «Коломенское» вновь станет украшением культурной жизни города, подарит москвичам и гостям столицы незабываемые впечатления и будет способствовать развитию сотрудничества Москвы с Татарстаном и Башкортостаном. Желаю вам, дорогие друзья, отличного настроения, крепкого здоровья и благополучия. Мэр города Москвы Сергей Семенович Собянин. Кадрили дуслар, милләттәшләр, туганнар. Добрый день, москвичи, гости, соплеменники, дорогие друзья. Сабантуй шагает по стране. Сабантуй, такой становится праздником межнациональным, идет уже и за пределами нашей великой Российской Федерации. И в этом году в более чем 20 странах мира и в 58 субъектах Российской Федерации, вот так же, как и в нашей столице, в Москве, дружно, организованно собираются и татары, и башкиры, и русские, чуваши, мордва, и евреи. Все, кто живет в одной братской семье народов нашей Российской Федерации. Имею огромное желание сказать большое свое спасибо москвичам, организаторам московского Сабантуя и тем людям, которые гостеприимно распахивают двери этого замечательного ворота, этого замечательного парка на берегу реки Москвы, где вот уже седьмой раз мы собираемся вместе с вами, отдыхаем, говорим, поем на родном и многих других языках. Сабантуй – древний праздник. Пока будет жить Сабантуй, будет великая многонациональная, многоязычная Россия жить в мире и согласии и крепчать год от года. У нас в этом уверенность твердая. Я также зачитаю приветствие президента нашей республики Рустама Нургалиевича Миниханова. Сердечно приветствую всех участников и гостей самого любимого праздника нашего народа Сабантуй. Всюду, где проживают татары, его празднование неизменно связано с обращением к нашим общим национальным истокам, самобытным традициям. Именно здесь, на ярком праздничном Майдане, объединяющем представителей разных национальностей и вероисповеданий, раскрываются спортивные, песенные, танцевальные таланты, чествуются лучшие труженики полей. Убежден, что нынешний Сабантуй станет заметным событием в жизни татар России и наших зарубежных соотечественников, подарит всем возможность для активного отдыха и дружеского общения. Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира, добра и благополучия. Президент Татарстана Рустем Миниханов. Кадерле дуслар, бізде татарларда айтым бар. Бірге болы, бірден болы. Шул шақта көп йыллар, көп мың йыллар біргелеп матур иттіріп яшарбыз. Сәлеметлік, саулық, бәйрем білем. Бу біздің милли бәйремібіз. Қайсы хәр вақыт біз тұрышабыз өзіміздің батырлықны көрсетірге. Ататар, башқұрт халықлары әлі хәр вақыт алар батыр халық.
һәм дә һәр вакыт безнең ислам динебездә куелган шундый әйтем буенча хәрәкәттә бәрәкәт дигән сүзендә яшиләр. Һәм дә бу бәйрәмебез чынлап та аны күрсәтә. Киләчәктә дә Аллаһ субхана ва тааля һәр кайсыларыбызга саулык, сәламәтлек, тынычлык, иминлек, бәхет биреп, шу дөньяда һәр чакта изге ислам юлында Аллаһ тааля ергә насыйп эләсен. Главный приз в абсолютной весовой категории автомобиль, присужденный Республикой Башкортостан. Сабантуй имеет огромное значение. Это очень долгожданный праздник для всех татар прежде всего и для других наций, проживающих в Москве. В наше неспокойное время, что у нас творится в мире? Именно Сабантуй, он праздник объединения, праздник единения, праздник дружбы, праздник взаимопонимания. Поэтому он один раз в год, это очень долгожданный праздник. И сегодня мы проводим акцию, уже не первый год, значит, особенно сегодня, нынче она взяла такой масштаб. У нас 700 человек из нашего штаба откликнулись на наш призыв, на акцию «Приведи на Сабантуй друга». Мы хотим, чтобы этот праздник был массовым, и чтобы другие нации, придя на этот праздник, видели красоту, видели интерес, видели этот фольклор, нашу многовековую историю. И вот эти 700 человек должны привести одного или двух друзей. Значит, эта акция «Приведи друга», я думаю, она очень нужна, необходима, потому что мы охватываем пласт населения, который никогда не был на Сабантуе и который не знает этого праздника. Вот сколько сегодня пришло народу. Очень важно, что здесь очень много молодежи. Очень важно, что люди привели своих детей. И очень важный момент для нас в этом Сабантуе, идеологический. Мы через эти праздники, через эти песни, через этот фольклор пытаемся привить к молодежи любовь к родному языку, любовь к родине, любовь к татарскому прошлому, любовь к татарской истории. Ведь Сабантуй многие годы был запрещен. Это такой старый, древний, выстраданный праздник. И вот с каждым годом он набирает обороты, становится все красивее, интересней и масштабней. Сейчас будет финал, и мы узнаем победителя, название команды. Либо это будут московские барсы, либо это будет команда «Штаб». Штаб! Алга! Понятно! Алга! Давайте поддерживать свои команды! Штаб под номером 5 и московские парни под номером 2! И, насколько я сейчас понимаю, московские парни догоняют штаб! За что не расслабляемся, ребята? Давайте, чтоб не расслабляемся! Насколько я понимаю, парни подождали и догоняют штаб! Там все что-то произойдет! Сейчас мы узнаем, кто победителем станет. Молодцы, ребята! Молодцы! Что вы это сделали? Мы
Я, собственно, успел застать Сабантуй в Казани в этом году и в Москве. Есть, в принципе, с чем сравнить. Но такое ощущение, что здесь люди все-таки приходят сюда для того, чтобы попытаться, по крайней мере, сохранить вот эти традиции, которые после, допустим, долгого пребывания в Москве, при переезде в столицу, их не хватает. И вот эта вот культурная традиция, она должна передаваться детям. И передается она, к сожалению, вот только подобными праздниками, которые раз в году возникают. Ассаляму алейкум, хурматли милләттәшләр. Мен әмин үзем кунакта бүген Мәскәү татарларының оешмасы булган, әйтергә штабы булган, җитәкчесе булган Рөстәм Ямалиев кунакка чакырган иде. Бүген мин үзем Мәскәү Сабан туенда кунакта. Искитмәле Мәскәү елгасы буенда урнашкан бу мәйданчыкта күңелле вакыйга бара. Башкортстаннан, Татарстаннан һәм башка төбәкләрдән бик күп кунаклар килгән. Милләттәшләребез күңелле матур итеп ял итәләр. Уйныйлар, җырлыйлар, көрәшләр, әйтерәк кирәк, бөтен төрле кызыклы үзебезнең милли уеннарыбыз уйнала. Мин бик шатмын, чөнки кайчандыр беренче монда килеп үзебез Түбән Камадан килеп федераль сабанты үткәргән идек. Ел сайын менә шулай матур безнең милләттәшләребез матур итеп ял итә беләләр. Хезмәт бәйрәме, менә шулай матур булырга тиеш, рухландырырга тиеш һәммәбезне дә. Халкыбызның гореф-гадәтләрен саклап, һәр вакытта да шулай матур итеп яшәргә язсын. Сабантуй ул бик зур бәйрәм. Бул берләштерә торган бәйрәм. Тәмнүшкәләр ашый торган бәйрәм. Үзеңне кем иттегәнеңне, кем булып үскәнеңне, ата-анаңның кем икәнен күрсәтә торган. Менә шул ул борын-борын заманнан килгән бәйрәм бит инде. Без күршеләр белән аш ашыйбыз, чәйләр ишәбез, рәхәтләнеп эшләгәннән соң. Менә шул инде ул Сабантуй бәйрәме. Кайда дөньяда шундый бәйрәм була, менә шундый берләшү белән. Тиге аракы ишкәндә, Октоберфест дигән Германияләрдә, алар аракы пиволар гына ишәләр, ә без монда чәйләр, хәләл ашлар ашап, плавлар, бөтенесе гөбәдиәләр, безнең татар милли табын ашаталар. Шуңа күрә безне үзебезне күрсәтәбез. Ребята видят культуру. Она помогает именно сохранить свою культуру татар. А хотя, потому что все уехали из региона, и многие, родившиеся в Москве, забывают эту культуру. Это очень важно для сохранения. Первое. Второе – это патриотический дух. Они видят, что сегодня взрослые люди вот такой столицы Москва, это великая такая держава Россия, и тут свою роль показывают жители Татарстана, что они сегодня с нами вместе едины. Это очень важно. Ну и самое главное, конечно, это объединение народов, которое очень важно, чтобы сохраниться и оставаться самим собой. Мәскәүдә 50 меңнән артык татар яшьләре яши дип беләбез без. Ләкин Сабантуйга килгәндә, шул кадәр күп яшьләрне күргәндә, Мәскәүдә татар яшьләре күбрәк дип әйтеп була. Шуңа күрә, әлбәттә, ел саен алар сагынып көтәләр бу бәйрәмне. Монда актив катнашалар, актив әзерләнәләр. Үзенчә быел аеруча яшьләр бер квест әзерләнделәр, әзерләнгәннәр квест һәм дә кичке уеннар, спорт уеннар булачак, әлбәттә. Шуңа күрә яшьләр өчен монда чынлап та зур бәйрәм. Бу словах Сабантуй якчы. Политический лозунг «Только Сабантуя один». Сабантуй 2017 – это праздник народов Москвы. И если мы едины, мы непобедимы. Это первое. Второе, что на сегодняшний день, вот на сегодняшний час на 18 часов, получается, что посещаемость гораздо больше, чем в прошлом году. А в прошлом году у нас было более 177 тысяч человек. Исходя из этой цифры, то мы ожидаем второй поток, который пойдет сейчас. Это поток молодежи. То есть одна будет из самых больших дискотек. На нашем Сабантуе запрещены все виды алкогольной продукции. Если вы видите лица наших друзей, москвичей столицы и всех гостей, то они сияют. Это совершенно другая энергетика. Это очень приятно. И, как отметил председатель Госсовета Республики Татарстан, как отметил заместитель мэра Москвы, это Хуснуллин Марат Шакирзянович,
И как отметил полпред Республики Татарстан, что это один из самых ярчайших праздников города Москвы. Могу сказать, что впервые, очень радостно, впервые было устроено водное шоу. Была использована Москва-река. Вы видели соревнования по водным видам спорта между командами Москвы, Башкирии и Татарстана. Победила дружба!